Курорты Краснодарского края работают в штатном режиме. Поток желающих отдыхать в межсезонье не остановился. Об этом сообщили в Министерстве курортов Кубани. В свою очередь, Ростуризм организовал горячую линию для тех туристов, которые должны были улететь из аэропортов Краснодара и Анапы. Многим пришлось скорректировать сроки поездок в связи с обстоятельствами. С каждым обратившимся специалисты сейчас работают индивидуально. Запущены дополнительные ЖД-рейсы из Новороссийска, Адлера и Анапы. Также туристы могут улететь из аэропорта Сочи. Все вопросы отдыхающие могут задать по телефону 8 800 200 60 90 с 9 до 18 часов. Росавиация продлила до 8 марта временное закрытие 11 аэропортов на южных направлениях. Вместе с тем, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Все отели, санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей. Чтобы доехать до места отдыха, можно воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. Это Сочи, Волгоград, Минеральные воды и Ставрополь. Далее из этих аэропортов к месту отдыха можно отправиться наземным транспортом. Также РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве. Билеты находятся в свободном доступе. Их можно приобрести на сайте РЖД или через официальное мобильное приложение перевозчика, а также в кассах. При этом важно учитывать, что время в пути, конечно же, будет увеличиваться.